Салам алейкум. Сегодня провели очередной матч чемпионата. Еще раз убедились, что на Новобахор все по-особенному настраиваются. Могу смело сказать, что сегодня провели лучшую игру чемпионата на сегодняшний момент. Создав огромное количество голевых моментов, к сожалению, не могли затолкать этот мяч в ворота. Ребятам огромное спасибо за то, что в первую очередь правильно играли. Мы знаем, что Олимпик любит повозиться с мячом там. Якобы там какая-то философия, но уничтожили в прессинге, все правильно сделали. Финальный, значит, аккорд не был поставлен, то есть не было гола. Все остальное делали просто на очень высоком уровне. Немножко непривычно видеть Олимпик именно таким, потому что буквально с первых минут матча как бы сама цель была тянуть время, сбивать темп. Мы знаем одну команду, которая этим занимается уже систематически. Наверное, там тренера меняются, футболисты меняются, это Джизак. Да? Но сегодня мы увидели, что и Олимпик начал этим заниматься. Но это не красит футболистов, тех, которые особенно составляют там костяк олимпийской сборной. Если вы приехали играть в футбол, наверное, нужно играть в футбол. 8 минут судья добавил. Я думаю, всего чистого времени не больше 25 минут сыграли во втором тайме. Вот. Ну что ж, если сама цель отобрать у Новобахора, я хочу сказать, что все этим сейчас занимаются. Это хороший раздражитель. Это потом рассказы о тактиках, о каких-то стратегиях, о подготовках. Все это ерунда и чепуха. Мы сегодня видели, как наши ребята просто переиграли и имели явное преимущество. Ну, так бывает. Так бывает, к сожалению. Это игра, где, к сожалению, такие игры тоже не выигрываются. Самое главное, мы исправили ситуацию, которая была в начале чемпионата. Мы в лидерах. До сегодняшнего дня на первом месте. Самое главное, что мы видим, есть потенциал. И самое главное, мы видим те позиции, которые нам для того, чтобы быть еще сильнее, нужно усилить. Вот это сегодня было очень-очень очевидно. Парням еще раз огромное спасибо. А объективные болельщики, я думаю, видели и нормально воспринимают сегодняшнюю игру. У Новобахора все впереди. Новобахор при таком качестве добьется желаемых результатов. Мархат Салаллахуса. И все. Самое большое спасибо команде за игру. Сегодня, если вот так анализировать данную игру, Новобахор по работоспособности на футбольном поле лучше выделялся. И, возможно, немного не хватило креативности, но инициатива была у Новобахора. Возможно, реализация там желает лучшего. Вот в таких ситуациях, как ты думаешь, что надо было делать и что не хватило команде? Это первый вопрос. А второй вопрос. В начале сезона были такие слухи, что два игрока из Олимпика, да, они, возможно, будут в составе Новобахора. Но из-за там принципов там олимпийских, да, они остались у своей команды. Предполагается ли каких-либо игроков пригласить из Олимпика после первого? Спасибо большое. По Олимпику, игрокам Олимпика, да, как сейчас модно, на продвинутой фазе наши переговоры, ну, они должны были действительно быть у нас. И это, конечно, бы усилило нашу команду. И как раз-таки в начале сезона, где нам крайне необходим был, это Лига чемпионов, начало чемпионата. Вот. Что касается первой части вопроса. Что нам не хватало? Ну, давайте так, сейчас модно говорить, Новобахор всех лучших собрал, все они, ну да, есть у нас игроки национальной сборной. Но тот факт, что 17-летний мальчик выходит и заменяет Табатадзе, лучшего бомбардира, ну это говорит о том, что ну, наши, как говорится, резервы не на таком уровне, чтобы мы могли заменить и делать равноценные замены. Да, Шадыбаев вышел, провел неплохой матч, он сделал то, что сегодня может делать. Вот это и есть наша сегодня
проблема, чтобы мы могли делать ротацию состава, чтобы это было не болезненно, безболезненно, и чтобы это усиливало игру. Вот над этим мы работаем сегодня. Что касается дальнейшего усиления, да, наверное, общее подытожу. Конечно, нам крайне необходимо полноценные в конкуренцию игроки, которые будут делать разницу. Сегодня огромное преимущество, но разницу некому сделать. Мы все время надеемся. Да, Искандеров сегодня мог 3-4 раза мог забить. Табатадзе мог забить. Ну, они же тоже люди. Они же тоже люди. Поэтому нам нужно, чтобы равноценная была замена и пришли люди, которые могут делать разницу. Инде хозяин Израиля говорит, Габраман дисе, уйма, вопросы вот, я хочу два вещи спросить. Узбекистан на мутахасис буган одамда, набахон, бьюл, чемпион буся, габтур, бульде. Ама кингинен чемпионы хакана габрамасын диапты. Немага бунага фикир бош кезе, Хайрулла Хамидов хан, нефтин имконалары яхши депти. Майли ула бульду фикирде. Лекин бугунгу уинда, мана Самвел Бабаян неме үчүн уйдеги домашний играды битте нападающий. Больше его. Неме үчүн сабап, шунда сабап неме. Озе Узбекистонли мутахассислар эң котта даража результат кылган бүгүнгече. Это и в сборных, это и в клубных командах. Поэтому я думаю, что мы должны уважать местных. По поводу тех, кто склоняется там легионеров или людей, ну, есть сильные специалисты, которые приходят, действительно вносят какую-то лепту. Но за всю современную историю нашей страны на пальцах одной руки, наверное, можно посчитать, кто приехал и принес какой-то вклад в развитие. А все остальное – контракт, работа и финиш. Вот. Те, кто наши журналисты ратуют за зарубежных специалистов, ну, это их дело. Их дело. Они могут что хотят говорить, но мы видели здесь игру с Нефчи. Мне больше нечего ответить. По поводу двух нападающих, ну, количество нападающих в современном футболе не говорит о том, что команда играет в атакующий или в оборонительный. Сегодня есть такое понятие универсализация футбола, поэтому у нас даже Балтабаев идет в атаку. Софии все время в атаке. А то, что номинально один Табатадзе, ну сегодня посмотрите, сколько футболистов имели возможность забить. И Джокич мог забить, и Хамрабеков пробивал. Вот, у Балтабаева были реальные шансы. Поэтому количество номинальных нападающих не говорит о стиле игры. Мы играем в атакующий футбол. Если мы хотим добиться результата, ну, мы играем в атакующий футбол. Сегодня, я так думаю, что просто не хватило исполнительского мастерства. Или же огромного желания. Огромное было желание у ребят. Ну, где-то торопились, где-то была суета. Так что Новобахор играет в атакующий, Илёджио. Если мы не будем играть в атакующий, никто же не может упрекнуть, что мы играем в 5 защитников, 3 центральных. Вот это оборонительный футбол. Те, кто топит там за легионеров-тренеров, ну, они играют в оборонительный футбол. В оборонительный. Во главу угла ставится оборона. Мы же наоборот, у нас фланговые игроки. Это даже оборона, они очень активно идут в атаку. Есть такое мнение, что Ханча Харакатхьянина, у полузащитник, защитник Гуганча Холаврани. Худимчи Буром, а ты нападаешь, не может быть нападаешь. Поэтому такой вопрос. Вы задали такой вопрос. Я просто не хочу рекламировать других футболистов. Других футболистов, но на ваш ответ, чтобы он был более понятным, да, и убедительным. Сегодня наравне с Табатадзе, лучший бомбардир, фланговый вингер. Но он не с нашей команды. Это мой ответ, который должен вас убедить. Сегодня, я же говорю, нет разницы.
номинальный нападающий, это не факт, что они бомбардируют. Жиру на чемпионате мира в России ни одного гола не забил. Ни одного гола не забил, но тренер сказал, что он очень огромную работу проводил в прессинге, в созидании, ассистировал, понимаете, сегодня, поэтому в современном футболе это уже вопрос не актуальный. Контратакала, да? Не будет тоже соволен, такой. Есть понятие, что мы, если даже атакуем, то мы все время должны думать об обороне. Для этого у нас есть и футболисты, которые отвечают за встречные атаки соперников. Ну, правильно вы заметили, да, мы в позиционные, хотя мы Гунеткору пропустили в быстрых атаках, первый гол. Мы в Бекабаде, да, мы пропустили со стандарта. Причем атака была вторым темпом, мы практически все были в штрафную. Ну так, да, проиграли борьбу, проиграли подбор. Это наша вина. Ну, игра на игру не приходится. Здесь в большей степени это исполнительское мастерство. Самое главное, идут такие слухи, что Навахов интересуется такими игроками, как Дориев и Кочур. Это Динамо и Легионер из Северной Македонии, Дориев, да? Если, насколько это серьезно, ведутся ли такие переговоры с такими игроками? И будет ли усиление защитной линии от их команды? Спасибо. Это необоснованные слухи. Мы не ведем переговоров с этими футболистами, но у нас есть цели. Сейчас селекционный отдел работает. Есть у нас кое-какие наметки, но это не футболисты, которые играют сегодня в Узбекистане. И второй вопрос. Значит, будет ли усиление защитной позиции команды? Ну, я же говорю, мы во всех позициях должны усилить, чтобы, скажем так, более мощнее выглядеть. Мы же видим, что у нас два профильных опорника сегодня играют в обороне. Это Балтабаев и Ахмедов. Ну, конечно, мы должны думать, чтобы усилить эти позиции и играли на этом профильные футболисты. Сегодня это вынужденная мера. Да, ребята закрывают эти позиции. Уже много игр сыграли, скажем так, достойно на этих позициях играют, уже понимают все тонкости, но тем не менее, это не профильные защитники. Поэтому мы по всем направлениям должны усилить. Да, есть молодые ребята, но чтобы сегодня они выходили и решали поставленные перед Навбахором задачи, ну пока это не очень так реально. Да, они стараются, но это нереалистично.